Губернатор Олег Кожемяка принял участие в третьем пленуме Приморской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации. Я искренне рад сегодня здесь присутствовать у вас на третьем пленуме Общественной краевой организации Совета ветеранов войны и труда, правоохранительных органов вооруженных сил. Безусловно, той организации, которая впитала в себя лучших людей. Именно благодаря вам у нас в крае патриотическое движение очень активно развивается. Мы это видим по отношению наших жителей к специальной военной операции. Мы это видим по тем мероприятиям и праздникам. Губернатор отметил тесное сотрудничество ветеранских организаций с органами власти, благодаря которому удается сделать действительно очень много полезного для общества. Благодаря вам были приняты законы о детях войны. Семейная доблесть, было учреждено звание. Исходя из того, что в крае действует 39 ветеранских организаций, Совета ветеранов, которые созданы в каждом городском округе, в каждом муниципальном образовании. Рядом с вами работают 20 организаций ветеранов боевых действий, участников локальных войск. Кроме того, 800 первичных организаций. И этот большой такой отряд, 350 тысяч человек в крае, те, кто так или иначе вовлечен в эту работу, это мощная сила, которая дает импульс всему патриотическому движению. Олег Кожемяка вручил благодарственные письма губернатора Приморского края председателям местных отделений общественных организаций ветеранов. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на восьмом.